В последнее время с наших рук не сходит гаджет, а количество приобретенных смартфонов на Земле превышает аж 2,5 миллиарда. Постепенно все функции нашей жизни становятся приложением, в их числе и приложения, разработанные специально для мусульман. Именно о них мы сегодня и поговорим. Какие приложения созданы специально для нас? Что нового они привносят в нашу жизнь? Чтобы как можно полно оценить приложение, мы пригласили специалиста в этой области. Ассаламу алейкум, меня зовут Мусаев Хайбулаев, я разработчик приложений и веб-сайтов. Сегодня редакция канала попросила меня обозреть несколько приложений исламского сектора. К своему стыду отмечу, что практически 2,5 года назад в последний раз всерьез делал что-то подобное и должен отметить, что за 2,5 года ситуация изменилась практически кардинально. Приложение MyQuran – Коран и Тафсир. Данное приложение позиционирует себя как универсальный помощник для тех, кто читает Коран или заучивает его. Программа содержит удобный интерфейс в голубом оформлении, оригинальный текст священного Корана, смысловой перевод на 25 языках, Тафсир – толкование, в том числе и на русском языке, аудиозаписи лучших часов священного Корана, подробную информацию о каждой суре, поиск сур по порядковому номеру и названию, а также закладку. Кроме того, у вас появится возможность делиться аятом или сурой, сообщением или посредством любой социальной сети. Приложение очень популярно среди пользователей и получает положительные комментарии и отзывы. Программа представлена в бесплатном формате, однако у нее есть и платные функции. Этой программой не раз пользовалась и наша съемочная группа «Халял Гайд». Она предназначена для тех, кто оказался в большом, незнакомом городе. Это своего рода халял-справочник для мусульман России и стран СНГ. С его помощью вы сможете найти молельные комнаты и мечети поблизости, магазины с халял-продукцией, магазины с одеждой и исламской атрибутикой. Ну что ж, давайте попробуем с помощью этого приложения найти магазины с халял-продукцией поблизости, а потом сходим проверим, не обманула ли нас программа. И вот программа нам выдает 3 магазина, к примеру, вот этот. Что ж, давайте отправимся по этому адресу и посмотрим, не обманывает ли нас программа. Программа показывает, что магазин через квартал от нас. Кстати говоря, через дорогу исламский магазин, но на карте в программе его нет. В этом случае пользователь может сам добавить эту точку, рассказать о ней, может быть, дополнить какую-то информацию и тем самым помочь разработчикам. А вот, кстати, и наш магазин. Программа нас не обманула. Также в приложении есть функция радио, чтобы пользователь мог слушать исламские интернет-радиостанции. Также есть интересный раздел «События», где освещены ближайшие религиозные и культурные мероприятия. «Халял Гайд» – это универсальный помощник современного мусульманина во всех сферах, как в религиозной, так и бытовой. Новой является функция «Вопросы имаму», где у вас появится возможность задать любой вопрос имаму. И, наконец, приятный момент – ваша активность в приложении дарит вам скидку в халял-заведениях. Еще одно полезное приложение из этой серии – халял-еда. Халял-еда – это новый тренд здоровой и органической пищи, которая априори является правильной. Поэтому этим поисковиком может воспользоваться любой желающий, который заботится о том, что и какого качества он ест. Правда, приложение доступно пока не во всех городах, а лишь в некоторых. Но, возможно, вам повезет, и именно в вашем городе оно работает исправно. Все халял и вегетарианские кафе города в одном приложении сэкономят ваше время. Напоминает приложение «Халял Гайд», каталог заведений в любом городе. Есть возможность найти нужное заведение на карте. У «Халял Гайд» такая же примерно функциональность. Я бы сказал, что «Халял Гайд» немного более проработанный, но это достаточно не старый проект, правильно сказать, это взрослый проект. Вот. «Халял Еда» я сегодня увидел в первый раз, мне все очень понравилось. Ребята, как бы, творите в том же духе. Одним из самых популярных и востребованных приложений среди мусульман является созданное в Сингапуре Muslim Pro. Как утверждают создатели, Muslim Pro скачали более 30 миллионов мусульман по всему миру.
Программа имеет платный и бесплатный контент. Предлагает полный Коран с арабским текстом, фонетическим написанием, переводами и аудиочтениями. Также есть исламский календарь по хиджи, карта халяльных ресторанов, мечетей, цифровая версия тасбиха для учета зикра, компас, киблы, показывающим направление на Мекку, 99 имен Аллаха, красивыми исламскими поздравлениями, открытками Ид Мубарак, Рамадан Карим и все остальное. Дизайн стал соответствовать всем современным нормам, а переходя уже конкретно к приложениям, дизайн приложения Muslim Pro и Halal Guide оставили очень приятные впечатления. Ребятам пятерка однозначно. Отдельным направлением в развитии и популяризации мусульманских приложений являются приложения, включающие в себя мольбы и поминания Всевышнего. Наиболее популярным являются приложения «Крепость мусульманина», «Дуа» и «Зикры». Но я хочу рассказать вам про приложение «Майдуа». Это карманный сборник молитв на все случаи жизни. Что следует произнести при входе в мечеть? Мольба перед сном, мольба на случай, если вами овладела скорбь, и многое-многое другое. Целых 132 разных дуа в одном приложении, каждое из которых можно произвести для правильного произношения. Приложение также позволяет добавить в раздел «Избранные» нужные главы, что сократит время на его поиски. Кроме того, приложение позволяет поделиться молитвами посредством мессенджеров и различных соцсетей. Ислам Лайф – приложение для мусульман, где каждый день публикуются интересные статьи и поучительные наставления. Если у вас нет времени листать новостную ленту в соцсетях в поисках чего-то подходящего, то это приложение специально для вас. В вашем распоряжении будут популярные русскоязычные мусульманские радиоканалы, Коран на арабском языке. Пользователи этого приложения два раза в месяц имеют возможность получить подарки посредством розыгрышей. Например, сейчас здесь разыгрывают палантины. Все, что вам нужно, это зарегистрироваться и заполнить анкету. Это позволит вам найти поблизости друзей по интересам. Впоследствии в разделе «Люди» вы сможете найти себе друзей по интересам среди мусульман. К примеру, ищем по запросу «женский пол», выбираем «на пути к исламу» или «верующая и соблюдающая» и находим пользователя. Ислам Лайф – это социальная сеть мусульманская, вполне себе добротный проект, которому нужно немножечко набрать обороты. Я думаю, с большим количеством пользователей критическая как бы масса даст результат, даст популярность и огромную пользу нашей уме. Кроме всего перечисленного, удобные для нас вещи порой скрываются в привычных всем мессенджерах. Например, новая функция в Telegram, которая позволяет получать аудио и видеосообщения путем подписки к каналу. Кстати, у Алиф ТВ также есть свой телеграм-канал, где мы оповещаем о выходе новых публикаций на нашем сайте. Чтобы подписаться, достаточно кликнуть по ссылке в описании к этому видео. Знаете ли вы, что в скором времени с обновлением iOS появится 55 новых эмодзи, среди которых девушка в хиджабе? Эмодзи, или как их еще называют смайлы, давно стали инструментом интернет-общения. Здесь недавно появились изображения Каабы и мечети, а теперь станет доступно и эмодзи для наших сестер-мусульманок. Однако, как они будут выглядеть, пока неизвестно. На этом мы завершаем наш топ-6 полезных приложений для мусульман. Таким образом, мы поняли, что наши гаджеты могут быть надежным проводником в духовном развитии. Здесь и мольбы, и Коран, и множество-множество других разных приложений. Ссылки на все приложения для вашего удобства мы оставим под этим видео. Однако это не все приложения, которые могут быть вам полезны. Об остальных мы расскажем в одном из следующих выпусков. Используйте свой гаджет правильно, делайте выводы и поступайте по вкусу, по карману.